Я уверен, что закон о запрете чиновникам иметь заграничные счета, он очень серьезный и поможет очень серьезно в борьбе с коррупцией. И хотя там есть лазейки, но воспользоваться лазейкой всегда сложно. Стремно, я бы сказал. Могут и по закону наказать, да и к тому же деньги приходится платить, какая-то неуверенность. Зачастую легче отказаться от этой практики заграничных счетов и не пользоваться лазейками. Я думаю, что мы должны идти дальше. Честно говоря, меня очень волнует даже не столько у депутатов иностранные счета, сколько иностранные счета у ключевых менеджеров «Газпрома», у руководителей департаментов. Там несколько сотен, возможно, даже тысяч человек, которые имеют доступ к колоссальным бюджетам, общенародным бюджетам, потому что газ принадлежит не «Газпрому», он принадлежит Российской Федерации. И вообще я бы считал, что природные ресурсы, они все должны управляться государственными корпорациями. И нам необходима не приватизация «Газпрома», а обратная его полная 100% национализация. Тем более, что большинство стран мира пошло именно по пути создания госкомпаний. И вот это, когда то, что думают, что олигархи имеют право где-то здесь сидеть на трубе, это, мне кажется, ошибочная стратегия, и мы должны от нее отказаться.